Программа «Комфортная городская среда» продолжается. С началом 2018 года стартовал второй этап этого федерального проекта в Магнитогорске. Жителям предлагается проголосовать, какая общественная территория, по их мнению, требует переустройства. Урны для голосования установлены в зданиях районных администраций Магнитогорска. Подать свое предложение можно до 9 февраля. До 15 февраля будут известны территории, за которые отдано больше всего голосов. С 15 февраля по 1 марта будет подготовлен эскизный проект этих общественных территорий. И 1 марта он уже будет опубликован во всех через средства массовой информации для того, чтобы жители города увидели, как эта территория может быть облагорожена. К концу марта будет выбран конкретный городской объект, реконструкция или благоустройство которого начнется в 2018 году. В прошлом году, напомним, таким объектом стал парк у Вечного огня.